Уважаемые подписчики, ну вот у нас случилось маленькое чудо. Значит, Калюшка забирают у нас, да, родственники. Вот, провожаем его. Сейчас я его провожу до электрички. Поехать, к сожалению, не смогу. Я не буду выходить. Коль, а ты сказал, что это, что ты через час приедешь, да? Вот, ждут его родственники в Лобне. Сейчас вот он с Савеловского вокзала доедет. Пойдем, да. Ты сейчас увидишь, что я сяду. Да, провожите. А, да, я провожу, Калька. Да. Я сказал, что домой, брат. Я через Саню, короче, на связь. От Ольги тогда, да, позвонишь сюда. Конечно. Доехать до дома тоже. Манечка, только не плачь, Манюнька. Брат, походи, присматривай за ними. Летом буду. Только домой, блядь. Я тебе сказал, я буду дома. Давай, дома будет. Ну они тебя встретят там, да? На этом. В Лобне. Они квартиры. Ну да. Ну, они на машине приехали или это? Я понял, не на поезде. Ну вот, ребятки, бывают и радостные моменты у нас на Савеловской. Да, долгое время я уже здесь водку жрал. Ну, телефон есть. Позвонишь это из Лобни, когда едешь. Конечно. Ну, просто набери, Сань доехал, все, встретился. Да, скажу им. Да, а потом из дома наберешь, когда уже придешь к себе. Наберешь нам сюда. Конечно. Номер есть там у тети, у сестры, вернее, кстати. Савеловский вокзал. Видишь, они приехали, сразу квартиру сняли. Ага. Чтобы не отмыть все это. Ну, понятно, а так как поедешь? Ну, тебе самому будет неудобно в машине сидеть. Чтобы дома я был, блядь. Ты понимаешь? Ну да. Чтоб мама меня не видела таким. Ну да, да. Побреешься сейчас. Конечно. Станки нормально будут. Слава богу. Слава богу, нет. Без синяков, без ничего. Какие могут быть? Опухоль. Опухоль немножко так. Ну, это алкоголическая, ну, херня. Скажи, поправился. На московских корчах. Отожрался. Да, да, да. Да толки гребаные, блядь. АМР, о, нихуя у него тачка. Мусорская. Отнимем, нахуй. Отнимем. Все, на билет у тебя есть, да? Чтоб не скакать. Конечно, сейчас прям при тебе куплю, зайду, как положено, брат. Я говорю, я не хочу. Я у брата взял ведь 100 рублей. Угу. Это ведь отработано. Я понял, я видел. Брат, это не камера, мы его отработали. Да я понял. Больше. Так что, ребята, пишите. А? Телефон обратно. Я понял. Если что, подожди. Если тебе нужен телефон. А. Может, скинем. Пишите комментарии по этому поводу. Оп. Смотри, а то не доедешь до дома. Автобус задавит. Нихуя не узнаю. Реально говорю. Сейчас получишь моральных таких люлей. Хочешь, поехали со мной? Да блин. Мне хватит на билет. Два часа туда-сюда. Ничего. Зато увидишь это все, снимешь. Ну поехали, что.
кстати, у меня... Может, оттуда Сереге дозвонюсь. У меня 160 рублей есть. У меня есть сотка. Сколько он билет стоит? 90 еще. А, ну, тогда хватит. Ну, ты это все увидишь. Ты сейчас будешь дорогой снимать. И снимешь, как я с родственниками встретился. Ага. Это будет вообще бомба. Да, решили мы так, ребят. Я еду с Колей до Лобни. Вот. Увидим до конца, что он встретился с родственниками. Ну и потом он нам позвонит, когда уже приедет в Саратов. Да. Отойдет там, отлежится. Да. Позвонит, что все нормально. Конечно. А я устал уже. Да сколько можно, ну и нахер. Я их выпил, наверное, цистерну уже. Нет, туда сейчас хватит. Обратно я тебе отдам мелочь. Тебе тоже должно быть. Да там, блин, да. Как обычно, в обычной схеме. Да. Так, сохраняй свой бизнес. Так, куда жать? Меню. Не работает, сука. Меню. Нажмите на экран. Ага. Так. Разовый туда. А куда разовый? Лобня. Лобня. Ну Лобня, ёпть. 104 рубля. 104. Сколько? 104 рубля. У меня там 200. Это ты туда-сюда, наверное, нажал. Ща. Ща. Так. 104, куда совать-то, блин? Вот, брат. А это куда? А, сюда, да? Так. Все. Билет. Вот билет на балет. На, руби. Так, разовый нажимай. Все, стой, Лобня. Ага. Поплавнее. Подожди, не покупай. Я не поеду, у меня не хватит зарядки. Зарядим. Не хватит. Не хватит. В поезде зарядим. Все, конечно. Тогда покупай. Вот так, нежнее, он на тепло реагирует. Блять. О, так, 104 купить. Вставляй. Все. Есть контакт. Как дельные. Первый раз, наверное, за сколько лет билет купили, блядь. Сейчас я знаю, что вы делали. Сейчас еще один брат. Что ты говоришь, удивлюсь? А? Чему ты, говоришь, удивлюсь? Братишка контролер здесь. Который так пропускает. Я понял. Вот. Вот где народу. Где у вас Лобовский первый идет? Так, а нам в другую сторону. А, у нас вообще-то электричка любая, да? Практически. Нет, они вот здесь должны быть. Надо просто посмотреть, какая первая идет. Нам не на ту сторону перебираться надо. На МЦД. Без разницы. Отлично. D1. D1. А сейчас у нас где? А вот 10.48. Лобня D1.
Ну, девятый путь. Это нам переходить надо туда. Переходить? Да. Вон девятый путь. Вот билет на балет. Будьте здоровы. Там в лоб не зайдешь. Бесплатно можешь зайти. Ну оттуда, да. Так, зайцем проскочу. Нет. Эй, сейчас я на них возьму. Давай, это и племянница, и сестра твоя там, да? Или тот племянница? А? Или только племянница, или кто там приехал? Приехал? Не знаю, приехал сестра или племянница. Короче, с папой приехал. Ты что, говорит, не едешь? Нам вовремя, мы говорим, за столько километров прихуяли. Ну вот он, паровоз наш. Ну да. Это он приехал или уезжает? Лобня. Блин. Уважаемые пассажиры, электропоезд Московского центрального диаметра Дорогие, сообщение до станции Лобня со всеми остановками. Есть здесь эти тыкалки? Тыкалок нету? Тыкалки есть. Они, ты знаешь, где есть? Yeah. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Тимирязевская. Я не раз забежался. Я как-то...